Развивайтесь, пане Саша. Ну, правильно. Кожаные брюки, брошенные в угол. Ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга. Руки ведь трясутся, и глаза не те. Командир со штурманом ведь предупреждали. И хирург нашептал мне, пуская кровь. Нынче это самое получится едва ли. Выпитую флягу не наполнить вновь. Кожаные брюки вновь на старом месте. И в стакане челюсть бьется о края. Ты чего пристала, школьница, невеста? Отойди от дедушки, милая моя. Не могу разделить ваши разницы, хотя тот же Кубиван написал на мне очень обнадеживающее четверостишие, когда моя вторая внучка вышла замуж, замечательно четверостишие написал. Еще мы не в полной отключке, и нам опасения лестны, что как бы насрали у внучки не трахнуть подругу невесты. Ничего еще потерять.